Так, я тут. Я немножко задержалась, потому что Steam решил обновиться, и я подумала, что лучше вы будете смотреть на красивую картиночку, чем просто слушать, как я что-то пью, хотя мне нечего рассказывать. Под обновление Steam'а. Так. Начинаем. Сегодня будет... Я надеюсь, что сегодня будет много интересного, потому что уже начинается новая тусовка. Новая глава. Будем спасать нового чувака. Теперь меня заела музыка из заставки в голове. Господи, что ж так долго игра-то запускается, ё-моё. Ну, наконец-то. Нет, не хочу смотреть, блин, хватит. Блин, геймпад не подключил. Все, отлично. Мы сегодня будем разбираться с канджи. Как разбираться? Типа того. Так, я чекала, нет. Объект в школе? Да, личность подтверждена. Прибыл поздно, в руках нес мамин обед. Текущее состояние находится в туалете, поправляет волосы. Пришлось оставить позицию. Объект начал волноваться. Того мальчишку он не знает. Что же они задумали? Ну, случай деликат. Идет! Вообще незаметная толпа разноцветных подростков, блядь. Вообще незаметная. Особенно, блядь, для... Не буду говорить имени пока, ладно. Прости, давно ждешь? Да, не, только пришел. Что сейчас было? Погнали, отстанем же. Так-то разделимся на две группы. Одна пойдет за канджи, другая красильнее. Принято, как поделимся. Пойти с Йоски. А вдруг с нами что-то случится? Пошли, Йоски, упустим же. Я с Чи? Ну, ладно. Притворимся парочкой, а то нас спалит. Обойдешься, нас даже не увидят. Блин, пошли уже. Да и так с Юкико пойду. А они точно справятся? Выходит, красильня на нас. Идем?
Прости, что так долго. Это тебе. А я хотела желченькую. Кажется, в магазине все в порядке. Надеюсь, так все и останется. Думаешь, преступник придет? Не волнуйся, я тебя защищу. А, мне не хватает храбрости. Ебать, ну ладно. Сомневаюсь. Значит, зря простоим. С другой стороны, оно и к лучшему. Боюсь встретить убийцу. Но поймать его помогу. Вы спасли мне жизнь. Не хочу быть обузой. Где-то даже я прикажусь. О, прости, болтаю без умолку. Видать, переволновалась. Раньше я никогда не разговаривала с ровесником. Чия вон с кучей парней дружит. Но с тобой и Йоски особенно весело. И мне тоже весело. Ты чувствуешь благодарность и привязанность Юпика. А! Понятно. Ясно все. Ты так и не взял номер Юкика. А? Ну, хорошо. На связи я не всегда, ибо в гостинице помогаю. Но ты звони, не стесняйся. Красильнее, все спокойно. Разговор с Юкика скрасил ожидания. Окей, как там у этих дебилов дела? Блин, они косплеят Милы во Франксе? Что это за поза? Подозрительно. Не то слово. Да я не про нас. Что-то здесь нечисто. Нечисто? В смысле? Ну, как бы объяснить. Воображение разыгралось, видимо. Как там остальные, интересно? Не знаю. Кьюкика чай клеится. Он не ты. Да и ей все это ни к чему. Так, ему что, Юкика нравится? Да откуда я знаю? Мы это не обсуждали. Конечно, конечно. Ты точно что-то знаешь. Да не знаю, честно, мы вообще редко видимся. Эй, вы что творите? Мы мимо проходящая парочка. Какая парочка? Палишься, балда. Они ли не выли за мной вчера, следили? Да, это совпадение. Мы просто сзади шли. Ладно, мы пойдем. Нам как раз туда. Мы не хотели мешать. Она умела, у вас ничего странного нет. Странного? Дура, ты чье? Хорош трепаться. А ну стоять! Вы не так поняли. Вы меня слышите? Все на самом деле не так. О, дурак. И они дураки. Мы не справились. Нам очень жаль. Спрятаться было негде. Значит, ждем. Домой-то он придет? Ага. А вы что тут забыли? Опа, голубки. Да не голубки мы. Вы что шастаете за мной? Че нафиг происходит? Ладно, вы ни при чем. Черт, вот зараза. Слушай, с тобой ничего странного не происходило? Странного? В смысле странного? И что, по-твоему, странный? Да я не это... Вам, говноедам, лучше съебаться в ужасе, или я за себя не отвечаю. У перевода был рейтинг 18+. Ты прикалываешься? Я похож на клоуна. Бля, я думала, он его ударил, это Йоски врезался.
Воду, еще со звуком таким прям смачным. Вы со всех ног рванули от Канжи. Ну еще бы, блядь, после такого. Фух, весь день носимся. Да ладно, зато Канжи сел. Ой, сел? Куда он, блядь, сел? Цел. Канжи, блядь, на бутылку сел. Правда, с его появления на полуночном канале прошло пару дней. Судя по Юкика, похитят Канжи совсем скоро. Значит, не расслабляемся. Завтра вернемся. Да, придется. Пошли домой, с ног валюсь. Ты же не промок? Да, я не промок. Что делать будем? Пойдем учиться, наверное. А, ну понятно. Ничего ей не дадут поделать. У тебя звонит телефон. Кто говорит? Слон. Что тебе надо? Шоколад. Привет, это Юкика. Прости, что так поздно. Канжи-кун пропал. Я заказами занималась, позвонила в красильню. Мама Канжи-куна сказала, что его нет дома. Ушел и не вернулся. Говорит, такое не в первый раз. А ты-то что думаешь? Я думаю, плохи дела. Согласна. Вдруг он... На улице дождь. Полуночный канал наверняка заработает. Вот и узнаем, что там с Канжи-куном. Ой, там такой контент, ребята. Буду ждать полуночи. Пока. Нужно проверить полуночный канал. Он вот все это время просто стоял, смотрел на дождь. Ага, понеслась. Да, что-то виднеется. Изображение четкое, никаких помех. Здравствуйте, дамы и господа. В эфире давай пожаримся. Ищите возвышенную любовь без оглядки на пол. Есть прекрасное место. Я, Канжи Тацуми, веду тайный репортаж. Что же будет со мной? Точнее, с моим телом. Ну что, я побежал. Бля. Эти трусики. Это был Канжи, сомнений нет. Чё за... Привет, Рекхи. Йоски не может собраться, насколько он потрясен. Успокойся. Не, ну это слишком. Показали Канжи. Черт, человека узнали, а спасти не успели. Надо было оставаться у красильни. Где он был, как думаешь? Прекрасное место, любовь без оглядки на пол. Чё, блин? Канжи бисексуал просто, чё вы, блядь? Чё паникуем? Непонятно. Короче, встречаемся завтра, нам нужен план. Ты решил лечь спать. Да, действительно, самое время. Прекрасные дела. Вот мы нового челика потеряли. Просрали нового челика. Будем его искать. Получается, Канжи уже в телемире. Да что же это за канал такой? Сперва я сочла это за паранормальщину. А потом видела все своими глазами. Полуночный канал и правда связан с телемиром. Раз слухи ходят, значит канал смотрит куча народу. Как там было-то? Дождливую ночь смотреть выключенный телевизор. Да на такую фигню никто не поведется. А правда в том, что все работает, смотри, не хочу. Распусти слух, и все побегут проверять полуночный канал. Ой, что начнется-то... А начнется Персона 2, если вы распустите этот слух. Кума сказал, что эти образы создает сам заброшенный.
Выходит, и окружение тесно с ним связано. Юкика тоже передачу вела, но ничего не помнит. Я, отойду от темы. Как думаете, преступник смотрит эти передачи? Смотрит, смотрит. Ему, небось, Слушай, точно, так и есть. Смотрит передачи заброшенных, да угорает вовсю. А, я тебя понял. А что, вариант? Да, ну, как раз зеленое чье. Зеленый Поггерс. Не, убийца точно больной ублюдок. Юки, хочу знать о тебе все. Фу-фу-фу. Стоять. Раз люди смотрели передачу Юкика, значит, и меня видели? Все, молись, урод. Рожу растопчу. Так, народ. Сперва спасаем Канджи, потом мочим убийцу. Ты его найди сначала. А в конце гасим его. И обоссым! Вы все настроены спасти Канджи. Че? Это одно и то же. Да я знаю. Опа. Кума, здесь кто-то есть? Ага. Знаешь, где он? Неа. Похоже, здесь парень по имени Канджи. Ну, не знаю. Ты чего? С нюхом проблемы? Запах-то я чую. А откуда он? Не знаю. Так, меньше голову забивай. Ходишь, что ты думаешь, кто ты такой? Сколько здесь торчишь? Не парься, башка-то у тебя пустая. Ну да. Смотри-ка, переживает. Раз не можешь найти Канджи, мы влипнем. Не будем же бесцельно мы круги наворачивать. Точно, у вас есть зацепки по этому вашему Канджи. Если да, смогу его учуять. Мне нужно понять его личность. Зацепки по Канджи, говоришь? Я только вслух вспоминаю. Мы плохо его знаем. Выясните, какой он на самом деле. Нужно походить по городу, поискать знакомых Канджи-куна. Чтобы Кума учил Канджи, необходимо собрать информацию. Вопрос, что именно ему нужно. Ты решил поспрашивать местных. Ладно, пошли. Ну так, в торговом районе, раз он там тусит. Так, это про книжки. Ясно. Тацуми? Не в курсе. Знаю только, что есть такая лавка. Ладно. Не слышал. А, нет, ты слышал? Байкеры, серьезно? Байкеры? Там чай одни крутые, да бандюганы. Или нет? Одним словом, провинция. Бля, ладно. Белые квадратные, блокноты, сахар, кубики. Ну и ладно. Канджи-кун – сын хозяйки красильни. Он тот еще хулиган, позорище. Мать-то у него прекрасная женщина. О, ты о Канджи узнать хочешь? Интересно, куда его занесло на этот раз?
Кстати, ко мне недавно мальчик заходил. Тоже Аканджи спрашивал. Правда, с тех пор я его не видела. Может, и был тот самый парень. Если так, то должен что-то знать. Ты решаешь отправиться на его поиски. Послушать Йоски? Сейчас схожу. А, ну поди, бабку клеит. У меня сегодня что-то какие-то проблемы со словами. Бабку клеит. Тот, с кем он был? А, понял. Бля, уже не послушаю, он другую реплику говорит. Блин, а что там было, что-то смешное? Нужно разделиться и все разузнать. Да, он уже что-то другое говорит. Не могу связаться со своим парнем, что-то мне не по себе. Никогда не заставляй девушку волноваться, понял? Задеть наши чувства очень легко, ты же понимаешь, о чем я? Понимаю. Похоже, ты станешь отличным мужчиной. Значит, нам нужен парень, которого мы видели у текстильной лавки? Хорошо, поняла. Ладно, пошли искать. Где он может быть? Давай к реке сходим. Ясно. Парень в кепке? О, какой модный. Нет, я таких не видела. Слушай, ты любишь котов? Да. О, как мы похожи, коты такие милые. Правда, привязываются быстро, если подкармливать. Наша лавка стала кошиным домом. Жене это не особо понравилось. Кошиный дом. Значит, нам нужен тут парень, так? Хорошо, поняла. Кошиный дом, кошка. Мяу-мяу. О, это квест? Слушай, ты местный? Можно кое-что попросить? Поговорить. Ты слышал про Мори Ранмару? Пару лет назад заведовал лавкой Кониши. Ну, той, что в торговом районе. Правда, вскоре перегорел и уволился. Не стоило мне переезжать, но и с пустыми руками вернуться тоже не могу. Можешь найти мне Мори Ранмару? Ты же местный как-никак. В лавке на мне был отдел местного производства. Город я знаю плохо, да и лавку совсем меня не тянет. Все не за просто так, разумеется. Ну что, договорились? Хорошо. Спасибо. Не знал, что бы я без тебя делал. Так, кто мне объяснит, что такое сётю? Сётя. Потому что это поливановщина, я не понимаю даже, что это за слово. Сётя. Типа, шо-то, может? Паренёк в кепке? А, кажись, видел. В Джунесе всех расспрашивал. Странный он какой-то. Ладно, не мое это дело. В общем, ищи его у Джунеса. Обычно я встречаю его по вторникам и четвергам. А, ну и выходные вижу иногда. Соджу — это корейская выпивка. Да и почему соджу называть сётя? Это совсем плохо. Соджу пьют корейцы с пивом. Парня в кепке ищешь? Он здесь частенько ошивается. Как-то раз даже меня расспрашивал. Ну, об убийстве. Как раз на днях его видела. Может, завтра придет? Завтра.
Ладно, завтра так завтра. А что, может мне собраться с чуваками и поговорить с ними? Да мы сами овощи, какие нам овощи? О, с нами лиса. Ого, здесь кто-то есть. Лиса? Когда она? Таинственная лиса, с которой ты столкнулся в храме, сидит рядом с тобой. Она следовала за тобой без твоего ведома? Откуда она взялась? Блин, жутковато выглядит. О, этот платок. Думаю, я раньше видела его в храме. Ты всем рассказала о встрече с таинственной лисой. Исцелять нас при помощи листьев? Помогает нам? Серьезно? Так она хочет денег за наше лечение? Да, очень. Лиса пролаяла, словно подтверждая сказанное. Что это с ней? Ведет себя так, как будто понимает, о чем мы говорим. Она снова пролаяла. Возможно, она и вправду понимает нашу речь. Но никто раньше ее не замечал. Если она следовала за нами, то тогда она действительно... А лиса уверенно пролаяла. Ты вправду нас понимаешь? Что же нам делать? Ну, мне будет неприятно, если мы ее схватим. Не похоже, что она может причинить нам боль. А ты что думаешь? Ее помощь не помешает. Ага, думаю о том, что произошло в храме. Тебе не кажется, что это лечение очень сильно нам поможет? Предлагаешь взять ее с собой в телемир? Думаю, это должно сработать. Не похоже, что она сбежит, хотя... И я определенно не хочу, чтобы она своевольничала и хулиганила в Джунесе. Похоже, лиса рада. Ты решил позволить лисе делать все, что она захочет. Тебе стоит взять ее с собой в телемир. Так, давайте обсудим. Сперва Юкика, теперь Канджи Тацуми. А вдруг это все неспроста? Вдруг здесь наша школа замешана? А кто его знает? В общем, еще одна загадка в копилочку. Да, этот Канджи, конечно, устроил. Раньше ты таким крутым был. В общем, наша задача — спасти Канджи Куна до наступления тумана. Да, правильно, с этого и начнем. А, ну, ладно. Так, давайте повидимся с лисой. Видеться с лисой полезно. Чем больше наш соцлинк с лисой прокачан, тем дешевле будет стоить лечение. Потому что... Ну, очень дорого она берет. Очень дорого она берет. А как увидеться с лисой? Убедившись, что вокруг никого нет, ты позвал лису. Лиса принесла табличку Эмма с написанным на ней желанием. Эмма написана закругленными буквами, вероятно, почерк девичий. «Хочу, чтобы меня заметил тот, кто мне нравится». Похоже, лиса хочет, чтобы ты исполнил желание, написанное на табличке Эмма. Если такие желания будут исполняться, то возрастут пожертвования в храме. Исполнив желание, написанное на табличке, Эмма, твои отношения с лисой могут стать еще крепче. Да-да, выполню. Лиса сияет от счастья. А как по-нормальному эта выпивка читается? У нее есть нормальное название, не поливановское? На английском, например. Блин, а где вы задание посмотрели? Вот. Шочу. Даже не слышала. Японская водка. Наверное,
Раз саке это рисовая водка, это, наверное, не рисовая какая-нибудь. Ну-ка я погуглю. Крепость 20-45. Продукт брожения. Рис, батат, ячмень или гречневая крупа. Добавляют в коктейли. Окей. Поняв. Так. Как это желание выполнить, блин? Может, в школу сходить? Блин, я вот, кстати, пью соджу, но ни разу не пила эту соджу с пивом, как корейцы пьют. Мне даже коллеги говорили, что типа прикольно, вкусно, а я все никак не решусь попробовать. Надо попробовать, как, ну, как надо его пить правильно. Что? О, это же ты к нам перевелся, Ю. Ю? А, я ошиблась. Это же твоя ячейка для обуви. Ученица убежала. Внутри твоей ячейки для обуви что-то лежит. Это записка. Извини, что пишу так внезапно. Все это время я сдерживала свои эмоции, потому что не хотела мешать твоей учебе. Но я должна была сказать тебе... Я люблю тебя. Это послание наполнено любовью, однако оно адресовано не тебе. Кажись, девушка ошиблась ячейкой для обуви. Похоже, это она написала желание на табличке Эма, которая дала тебе Лиса. Надо у нее спросить при следующей встрече. Бля. Но я, наверное, сегодня ее не встречу уже, да? Так, ладно. Ну, раз так, пойду с друганами своими потусуюсь, спортсменами. Да не с тобой я хотел. Что? Остальное уже свалили? Поэтому-то команда и... Ладно, я домой. В общем, развлекайся. Теперь это не ваша забота. Благодарности потом. Ну давай, представься. Эбихара. Ай, Эбихара. Молодец, дальше сама, а я домой. О, менеджер типа, новый. Нани? Говорю сразу. Ради вас я и пальцем не пошевелю. Следить за потными парнями? Пфф, лучше я сдохну. Так, а зачем ты... Дофига напропускала. Буду руководителем. Меня переведут в следующий класс. Ну не ждите, что я стану этим заниматься. Я и приходить почти не буду. Ладно, увидимся. Или нет. Класс. А Тая я другого и не ждал. Плакал наш управляющий. Фиг с ней, я жрать хочу. Пошли поедим. Как в прошлый раз свалил, так постоянно Ая снится. И как все было? Что, сон-то? А, про семью. Ну, все сложно. Коу засмеялся. Дайски же тебе рассказывал, Ю. Семья у меня интересная. Для нас политические браки – обычное дело. Недавно вот встречал гостей на светском собрании. Я, прикинь. Верится с трудом. Не, правда, порой я сам себе поражаюсь. Коу лукаво улыбается. Если вдруг нарвешься на моих, меня не пали, лады.
Дома есть только учеба, чайные церемонии и уроки. Для них я достопочтенный Коу. Достопочтенный Коу? Ага, так они меня и называют. Стрёмно, да, но они ж меня кормят, деньги дают. Нужно исполнять свой долг. Ну, не знаю. Да пофиг, это ненадолго. Мы семья старой закалки. Фамилия Ичиджи передавалась из поколения в поколение. Папа последний мужчина в семье, но у него не было детей. Никто не хотел прерывания рода, пришлось усыновить меня. И знаешь что? У папы появился ребенок, девочка. Можно сказать, что она моя сестренка. Но его зовут Сачика. Этой милашке почти 2 года. Коу пытается скрыть грусть в голосе. Бля, у меня плохие флешбеки с именем Сачика, на самом деле. Спасибо Нане за это. Не грусти, похрусти. Не грустить? Да ты посмотри на меня, во мне дофига веселья. Это к лучшему. Становиться преемником дема хлопотная. И вообще-то им должен стать кровный родственник. Простите, что загрузил. Ладно, давайте есть. Ага. Этот разговор по душам показал, что ребята тебе доверяют. Отлично. Короче, забудь все, что я сказал. Кстати, про мой самый лучший бросок слышал? Ты пришел. Лимонад со вкусом дыни. Давай. Ты опустошил всю бутылку меньше, чем за минуту. Сладкий вкус дыни отлично сочетается со вкусом ванили. Блин, кстати, японский лимонад с дыней офигенно вкусный. Не знаю, если не пробовали, то прям сильно советую. Очень вкусно. Прям вообще балдеж. Особенно в жару. Ну, окей, я выпил лимонад. Ладно. Рыбачил у реки. Кстати, а где купить удочку? Кто мне скажет, где удочку взять? Скажите мне, пожалуйста, мне нужна удочка, буду рыбачить. Так, давайте с Нанако прокачаемся. Он сказал, ему нужен крючок. Я так понимаю, мне нужно принести крючок, и тогда он даст мне удочку. А где взять крючок? Неужели из теней выпадает? Похоже, Нанако нечем заняться. Да-да-да. Да, давай провести время вечер с Нанако. Что делать будем? Ты прекрасно провел время вместе с Нанако. Ясно. Привет, Ю. Я смотрел прогноз, туман еще не скоро. Время еще есть, продолжаем тренироваться. Согласен. А то, паника до добра не доведет. Спасем Канджи на заступление тумана. А как кормить рыбок? У меня есть жуки. А как рыб кормить? Господи, как сложно. Эй, народ, результаты теста вывесили. О, ужасный момент истины. Ну чё, посмотрим? Ты решил проверить результаты теста. Ты попал в 10 лучших. Вау, здорово. А ты хорош, Ю. Ты такой умный. Ты и друзья, с которыми у вас есть социальная связь, поздравляют тебя. Ура. В баре. Ладно. Эх, извини, я немного устала. Ты же придешь на репетицию? Потом решу.
Зачем тогда в кружок вступил? Ладно, думаю, ничего страшного. Только себе слишком часто поблажек не делай. Чё орёшь на меня, слышишь? Слушай, пойдёшь на тренировку? Коу подавленный какой-то, так что посмотри за ним. Посмотрим. Я подумаю. Ой. Так. Тебе что-то нужно? Здесь всегда много народу. Удобное место. А не с этим ли парнем виделся Канжи? Возможно, он что-то знает. Заметил ли я странности в Тацуми-куне? Ладно. Дело, видимо, срочное, так что слушай. Касательно последних событий, да, кое-что необычное было. Я сразу сказал, что он какой-то странный. После сказанного он внезапно переменился в эмоциях. Я был поражен. Полагаю, во время нашего общения он вел себя неестественно. Возможно, у него имеются какие-то комплексы, но прямых доказательств у меня нет. Похоже, у Канжи есть комплексы. А еще это реакция на фразу про странного. Возможно, теперь Кума что-нибудь доучует. Нужно поскорее сообщить Куме. Ладно, идем. Сегодня не будем ничего делать. Сегодня мы идем делать дела. Привет, что-то я охрипла. Привет, сенсей. Ну как, есть зацепки? О, отлично. Что отлично, давай, нюхай. Ты что-то узнала, Канжи? Комплекс, говоришь? Что-что? И это все? Пожалели бы хоть. Ладно, раскрываю нос, начинаю вынюхивать. О, я что-то учуял. Похоже, это Канжи. За мной. Да блин, все медведи одинаковые, ничего не знаю. Монокума, просто кума, неважно. Как же здесь влажно. Блин, кстати, не знаю, интересовался кто-то когда-то или нет влажностью в квартире, но у нас зимой влажность в квартире падает где-то до 20, ну как зимой, в период отопления, где-то 23, там 20%, вот так, 25 это максимум, который бывает зимой в квартире. По влажности. Сейчас выключили батареи наконец-то, и у нас в квартире влажность до 60 поднимается. Просто жопа, насколько сильно батареи сушат воздух. Это ужас! Но зато летом не надо юзать увлажнитель воздуха. И так можно. А норма от... Короче, там до 60, то есть от 40, даже не до 60, там чуть побольше. От 40 и выше. И то 40 это прям такая, как бы сказать, нижняя граница прям вообще. Потому что 20 с лишним это уже очень плохо. Это прям плохо для дыхания. Поэтому вот зимой увлажнитель приходится юзать. А сейчас вообще прям нормально, можно даже не париться об этом. Обычно где-то 50. Но иногда, если окошко откроешь, и там дождик, например, то до 60 доходит, да. Без всяких посторонних приборов. Туман какой-то не такой. У меня очки запотели. Ну и жарище, мы что? Блядь, это... Я не хочу читать эти тексты, можно не надо? Иди ко мне, котеночек. Ах,
Блядь. Я не могу. Ладно. Никакого пения не будет. Я отменяю. О, какие у тебя мышцы. Да не бойся ты так, блядь. Я, кстати, забыла про эту хуйню. Типа, я читала в фэндоме, что Канджи бисексуал. Но я что-то подзабыла вот такой момент. Типа, видимо, реально бисексуал. Походу. Вот так, расслабься. Так, и я туда не пойду. Кума, Канджи точно здесь? Мой нос в этом уверен. Может, ну его, я весь вспотел. Это из-за жары. Местонахождение Канджи найдено. Осталось его спасти. К спасательной миссии нужно хорошенько подготовиться. Да чё готовиться, пошли. А здесь много пара. Кажись, это из-за того, что меня немного продувает. А еще я, походу, простыл. Мой нос совсем не удел. Канджи-кун, ты где? Ответь нам! У меня нет сейчас костюмов. У меня нет купальников, скорее всего. Нифига нет. Вот есть веселая зимняя одежда. Да, здесь-то надо костюмчики находить, так же, как и в этой в тройке. Так, ну чё, давайте бить руками. Нет, не будем бить руками, я понял. Я понял, мы не будем бить руками. А чё у нас там? Что-то известно про них? Ничего не известно. Ой. Давай бахнем Зио. Прочекаем слабости хоть. Лох. Но Йоске что-то нехило досталось. Да ё-моё, Йоски, ты чё такой слабый-то? О, отлично. Выяснили УЗИ. Шадоу, 発見!
Господи, блядь. А, блядь, там настолько сильное сопротивление. Так, что мы там прочекали? Гару не чекали, да? Окей, у меня кто-то может гару. Вроде, да. Попробуем. О, отлично. Кстати, я хочу их переодеть в зимние шмотки, мне больше нравится. Блин, мне нравится, что у Чиё зимняя форма это шорты, блядь. Хуёвы дырявые. А, блин, это Йоски, господи. Как бы кошка. Ну, летних нет. Это не я в плюс 15 в куртке хожу. Не тебе говорить про зимние шмотки в бане. Так, надо собирать персоны. Да ты заебёшь. Значит, только это... Мех. Ладно, похер. Йоскига! Чёшин нотэру кума! Куда бабки бросаешь, алло, бля? Женщина, я понимаю, что из богатой семьи, но алло. Сенсей!
に敵はないクマ。Подожди, тут дверь еще. Да ё-моё. Мы еще пока не встретили Канджи-куна. О, точно, сенсей. Могу кое о чем спросить. Почему здесь только пара? Это как-то связано с Канджи-куном? Ничего не понимаю. Ты что-нибудь знаешь, сенсей? Я сам не понял. Ясно. Так все же есть вещи, о которых сенсей не знает. Да. Подождите, сундучок. Мараги кто-нибудь меня может? Нет, просто аги. Пофер, давай. Ой. Ой, бля, бесячий чел. Понятно.
что, тень выпрыгнуть? Нет, ладно. Я ожидала подставы. Да блин, у меня походу нет места под персоны-то уже. Да. Кого уберем? Арабаса. Карабаса уберем. Все, больше нельзя персон брать, понятно. Только если в комнату сходить. Да блин, я промахнулась! Ясно. Ё-моё. О, Магару, это хорошо. И это хорошо. Да, кстати. Бля. Так, мы, значит, не выяснили, в чем у него там слабость. В тройке было Зио. Посмотрим, как тут. Нет, не Зио. А, да, мы же открыли. Да вы чё, к Йоске-то приклеились? А хватит забывать, пожалуйста, к чему у него слабость, блин. У меня память как у золотой рыбки. Thank you.
Аж мурашки похожи. По коже. Осторожнее, здесь кто-то есть. Кто здесь есть? Ну, тени здесь есть. Коплю ключи. Ой, я что-то чувствую. Канджи-кун, ты ли это? Давай, открывай. Чё, первый мини-босс? Ну и ну, спасибо за внимание. О, я вошел. Вещаю прямиком из тропического рая. Правда, милашек так и нет, неужто из-за жары? От потного пара бешено колотится сердешко. Плохи дела, очень плохи. Прям как тогда с Юкика. Не было такого. Опять эти голоса. Правда, громче. Откуда они? Жертва-то здесь? Неужто от людей снаружи? То есть это реакция зрителей? Ну все, Канджи-кун, ты звезда. Да уж, про то, что это его тень, люди не знают. Тени взбесились. Хе-хе, найду ли я то, чего я так жажду? Приготовься, любовь, я вхожу. Погнали, ё-моё! А, ясно. Простите. Нормально. Канджи-кун! Другой я, Канджи, хочет показать его истинные чувства. Похоже, тень Канджи куда опаснее тени Юки-чан. Таким макаром они могут оголить моего Мишку. Чего оголить? Оголить Мишку? Блин, сейчас начнется. Не смешно. Ладно. Блин, я не успела. ダメだった。
Бля, обидно. Ой. Вроде как валяется всякая хрень на здоровье. О, нормально. Не. Вот мне интересно, название данжа это парная банька или парная банька? Ебошить руками.
самая большая баня, которую я когда-либо видела. Так, окей. Ух. Надо сейчас передохнуть. Ой. Что-то я засиделась. Так. Буфу, по-моему, да? Ой, нихуя себе. Да ё-моё. А что бесконечное? Нифига, уже 20-й. Нормально, нормально. Качаемся. Все, походу это все. Как карту посмотреть? Блин, я опять не ту кнопку нажала. Не надо мне никакой сос, хуёс. Ага, все-таки не все посмотрела. Ладно. Так. Пробуем. Так, где еще там мы не посмотрели? Да не ты. Вон еще внизу что-то. Ладно. А здесь же, если стоять на этаже, жнец не появится. Ну, по крайней мере, ничего такого не говорили. Так что я ставлю на то, что нету его здесь. Ну, в смысле, он как-то по-другому там появляется. Из сундука. Так, я правильно иду? Я правильно иду. Потому что я хочу сейчас на этаже остаться, чтобы не спускаться вниз. И хочу на паузу встать.
Да блин, я не успела опять. Ну ладно. Ты слышишь, как издалека доносятся голоса? Мужчины в наше время не должны давать слабину. Узрите, какой Тацуми Канджи мужественный. Ладно, так. Я останусь здесь, и я надеюсь, что на меня не нападут какие-нибудь жнецы. Вот, пока отойду, встанем на паузу. Передышка. Нам нужна передышка. Get up on the floor, dancing on the low. Get up on the
Makes me whole.
Все, натанцевались, пора возвращаться. Ой, на меня никто не напал. Ух ты, как же так. Все равно, что долго там. Внезапный срачек в ВК. Надо было почитать обязательно. Что-то я залипла. На срачи. Да ты достал. Да ничего там по поводу посредников. Это не мой срач, это просто я состою там в одной беседе. Там был срач по поводу одного коллективщика. Неважно. Какую-то хрень пришли, высрали на человека, который ни в чем не виноват. Очень приятно, очень здорово. Ребята молодцы, короче. Что хочу сказать. Ничего нового. Так. Ага, Зио не пробовали. Да, я... А там просто беседа такая, где как бы если не по делу пишешь, то тебя кикают, ну, либо банят. Вот, поэтому там не влезть даже. То есть там разборки двух человек, там ничего не напишешь. Давайте посмотрим. Блин, что-то у меня совсем. Совсем мало маны. Так. Блин, я в самом начале там пропустила. Ну ладно, пойдем драться. Да сука. Что ж ты бурлишь?
Блин, Оберончика дали. Ой. Ладно, дайте мне карту умений. Пусть будет хоть что-то. Блин, в самом начале поворот. Капец, ладно. Да ёб твою мать! Нормально жить будем. Да ладно, полечимся. Да опять эти рыбы ебаные. Так, берем еще ключ. Что-то ключей набрала, сундуков вообще нет.
Ну, наконец-то. Аж целых два. Мужчина, настоящий мужчина, у которого есть гордость. Я никогда не проиграю. Дела идут не очень хорошо. Пара все больше, теперь я точно не знаю, где Канджи. Наверное, теперь не стоит полагаться на интуицию. Блин. Я даже не знаю, типа... закончить на сегодня, пойти завтра... или добить. Сколько вообще тут этажей, интересно? Просто мне маны не хватает. Вот в чем беда. Так, давайте-ка мы там пройдем, чтобы потом не возвращаться прям к самому началу. О, первый раз, класс. Блин, не туда. Что-то давно тени из сундуков не выпрыгивали, знаете. Так, еще раз, что там было, блин? Ясно. Yeah.
отвернуться. Что за коронавальная маска? Снижает вероятность онеметь. Ой, тономы! Тайрик! Ладно. Поехали. Такое ощущение, что тут Канджи видит нас. Вот ты где, пупсик. Ты хочешь, как и я, сломать барьер застарелых устоев? Нет, сенсей, пришел спасать Канджи. О, значит, ты меня хочешь, угадал? Я так счастлив. Тогда я просто должен подготовить для тебя кое-что особенное. С нетерпением жду нашей встречи. Чао. Сенсей, я слишком напуган, чтобы идти дальше. Мишка в шоке. Блин. Реально, походу, здесь намек на ориентацию Канджи. Скорее на то, что, типа, вот он бисексуален, но при этом он, как бы, типа, крутой чувак. И, по идее, крутым чувакам не свойственно... Блин, надо спинку стула поднять. А! Я слишком увлеклась, походу. Так нормально. Да чё он гей-то? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что он не гей. Или думаешь, прям гей-гей? Он бисексуал. Там, по-моему, была какая-то линия с девчонкой. Или что-то, какие-то намеки. Поэтому он не гей точно. Но он явно бисексуал, он точно не гетеро, это прям 100%. Иначе бы у него точно не такой данж был. Блин, я уже не найду. Была инфакт, что он не гетера, но я, к сожалению, уже точно не найду. Потому что хайп по персоне 4 был столько лет назад.
Да хватит пиздить Йоске! Да как достали эти птицы? Да, музыка крутая. Опа. Это не мне, это для Чиги. О, для Ютика тоже кое-что было. Бля, я не то заюзала. Сука. Ладно. На полную ее отличила. Ну. Что ж. Кайдан Микке. Хаяку сусумозе.
Shadow 発見! Все, открывают этаж полностью и сваливаю из телемира. Да ё-моё, он что, бесконечный? Нифига, ты прям дропнул игру. Я играла, когда последний раз я дошла до данжа Риса и забросила игру. Я не помню, почему я ее забросила, это не важно, не потому, что мне не понравилось. Просто что-то... Как-то так вышло. Блин, если честно, все-таки в тройке мне данж гораздо меньше нравится. Он меня вообще заебывает постоянно. Даже в переиздании его не сделали настолько лучше, чтобы я, скажем так, от него отдохнула. Не, ну может быть, конечно, влияет то, что я прошла сначала эту... Господи, блядь, сначала еще P3P, потом пошла сразу в Re, и это... Возможно, меня прям заебало уже на тот момент. Но Тартар, он как был унылый, так и остался унылый. Максимально тяжко его проходить. Меня скорее напрягает, что если касаться стримов, я Тартар могу проходить вне стрима, и как бы ничего никто не потеряет от этого. А вот в четверке нет, потому что тут все-таки какие-то моментики есть такие сюжетные, которые, ну, как бы нельзя, нежелательно пропускать. Вот. Так, ладно. На сегодня выходим отсюда. Ой, да ладно. Да, возвращаемся. Данжи? Ну, типа... Если честно, все равно заебывало слишком много там бегать. Но Мементос это пиздец просто. Блядь, господи. Мементос пошел бы нахер. Так. Ну-ка, сколько леса потребует за лечение сейчас? А что это за чудо-юдо в платочке? Чё, помощница сенсея? Круть, у сенсея столько знакомых. Рад знакомству, лисичка-сан, вместе мы сила. Так, попросить. 29 тысяч йен, нахер ты пошла? Да, персона это симулятор свиданий, данжи не нужны. Данжи идут нахер. Сейчас, если вы видите зарево в окне, это какой-нибудь СМТшник сгорел от моих слов.
Опять Машки нет. Опять бумажка это лежит. Так, подождите. А, все-таки это другой. Пена морская, услышь мой голос, мой громкий пронзительный голос. Я здесь, стою на краю света, мне все слова даются кровью. Сейчас она мне даст по башке, блядь. Я русалка, маленькая русалка, назад уж точно не вернуть. Маленькая русалка, морскую пену превращусь. Стихотворение, что ли? Хотя стихами это сложно назвать. Ты читал? Читал ведь? Ну все, блядь. Ты не так понял. Это не стихи. Вот. Не стихи, понял? Блин, все дается кровью. А что я несу? Слова сами лезут. Ненавижу тебя, придурок. Не читай мои записи. Ой. Как он оказался на полу? Марина дулась и все же села на свое место. Блин, не люблю цундеры. Они меня напрягают. У меня только одна есть девочка среди цундеры, любимая. Все остальные мне вообще не нравятся. Да, вот Тайгуша, единственная цундерка, которую я люблю. Медео, Мабуху и Патра, да? Хотя, чё я? Начало. Хама, двойной выстрел. Сяджи, Зио, Мазио, Ракунда. Ой, Кинг Фрост. Феникс. Я прощаю Тайге все за ее милое личико. Всю ее наглость и быдло характер. Так, давайте-ка мы зарегаем персоны в компендиуме. Так, отлично. А теперь будем сливать уже, да? Блин, до Кенфроста не хватает, вот буквально. Чуть-чуть. Ладно, возьму. Только надо посмотреть. Так, окей, похер. Похер. Берем. Так, Гару тебе дадим. Да и Аги забирай. Плюс мне в Торадоре еще очень нравится взаимодействие главного героя и Тайги, что он необычный, назовем его так. Отлично. Хорошо. Да псина, псина. Он псина, но тупая чихуахуа не он. О, верховная пикси. А, ну этот у меня уже есть, спасибо. Ой. Если мы сольем. Ага.
Так, это можно получить из карточек, я видела. Блин, начало хочу. Джека просто придется покупать. Или Феникса сделать. Может, Феникса сделать? Феникс сильный. Ладно, пусть будет Феникс. О, интересно, чья озвучка. Я много раз смотрела. Так, что ты? Ну, давай тебе дадим. А вот так. Ура, Феникс. Я здесь, чтоб служить тебе. Так, надо купить Джока Фроста. Джоку Фроста. Ну, в принципе... Я же ими не пользуюсь. Да, давайте их соединим. Пусть будет новая персона, которой у меня не было. Летушная? Нифига. Это интересно, потому что я что-то давно пересматривала уже. Года, наверное, 3 назад, 4. Не помню, чью смотрела озвучку. По-моему, Ани Либри. Если кто-то из лицух перевел, было бы прикольно. Так, все, теперь мне нужно купить Джека Фроста обратно. Дайте мне, пожалуйста, купить Джека Фроста обратно. Да. Хотя, блин, нет, подождите, я не зарегала новых персон. А, они регаются тут автоматом сразу с новыми этими, новыми обилками. Блин, это прикольно. Ладно, сохранюсь. Ладно, два сделаем. Так, ну чё, выходим на сегодня, хватит. Реанимедиа тоже начали заново озвучивать. Блин, ну Реанимедиа, не знаю почему, но у них вот офигенно вышел Гуррен Лаганн в свое время, а все остальное, ну если честно, мне почти ничего не нравилось. Типа было как-то, ну средненько, типа норм и норм, можно посмотреть. Но вот так, чтобы прям вау, как было с Гуррен Лаганном, такого ни разу не было, к сожалению. Хотя грустно. Блин, волчицы и пряности. Я первый раз, когда на анимефест пошла, свой самый первый анимефест в жизни, я пела там опенинг, или опенинг, или эндинг «Волчицы из пряности», вот того старого аниме. Сейчас же переиздание, я так понимаю, выходит. Вот. Это была моя самая первая песня, аниме-песня. В жизни, спетая со сцены. Ой, как долго я ее репетировала. А анимешка мне не сильно зашла, потому что я не особо-то люблю что-то такое. Эти ваши бухгалтерские приколы. Так. Чё, учиться, лечиться, блядь, что делать? Поработаем. А, ну, ладно. Учиться тоже не дашь. Да, понятно. Ну, окей, спать тогда. Чё ещё делать? Больше нечего.
Блин, в продленку надо ехать, сука. Ладно, сегодня в продленку тогда. О, ты... Это та девушка, которая по ошибке закинула любовное послание в твою ячейку для обуви. Ты читал мое письмо? Нет. Ясно. Слава богу. Может, тогда просто забудем об этом? Письмо анонимное, но... Чего еще? Есть что сказать или нет? Уходи. Что? Я не тот вариант ответа выбрала. Выиграешь-то? Мы что-то играли? Ладно. Да, это правда. Учит. Так, на остановку нам надо, да? А, подождите. Хотела сходить к пацану, узнать, что ему надо. Может, куплю. Даст опять каких-нибудь жуков. Orange Smash. Еще божья коровка. Спасибо. Не знаю, смогу ли я купить всех штук по два. Понятно, всех штук по два не купить. Ладно. О, кстати, надо зайти к кузнецу. Так, автомат пробежала. Так. Давай, ебош. Да ё-моё. Так, отлично. А что у нас тут еще есть? О, тоже можно продать. Так. Блин, хочу ли я себе дорогущий меч? Не знаю. Так, давайте на Йоске посмотрим. Меткость поменьше. Тоже опять не такая уж большая разница. Да, вот ботинки я и куплю. Так, что с Юкика?
Так, у нее крутой какой-то веер. Броню посмотрим. Дорого. Ну да, давай возьмем. Вечернее платье. А, ну у нее и так неплохо. Так, уровень электричества. А, блин, я не туда смотрю, ё-моё. Магия на один. О, вот это бы мне. Ничего такого особенного. А, это я себя и смотрел. Блин, тормоз, господи. Это я себе возьму. А тут ничего такого нет, чтобы им всем дать. Ладно. Сойдет. Идем работать. Там же вроде тоже должен быть этот... должен быть соцлинк, так что надо его открыть. Ура, я отзывчивый. Юкун, почти всех забрали. Можешь идти домой. До встречи. Закончил работу и отправился домой. Да блин. 5000 йен. Нормально поднял. Твой путь домой проходит мимо реки Самайгава. Ты видишь мать Юты. А, не. Во. Чё-то всё-таки есть. Слушай, мы же недавно виделись. Ой, как поздно-то. Я засиделась. Вас что-то беспокоит? Ой, нет, все хорошо. Ты же старшеклассник, а по тебе и не скажешь. Я гигачат. Я за Ютой, но не смогла, ноги подкосились. Как подумаю о нем, сразу начинается. Мама Юту вздыхает. Ты же слышал? Мы с ним не родственники. Юта – сын моего мужа. С Ютой я живу уже полгода. Всего полгода. Или уже. Мы даже не разговариваем. Муж в отъезде. В темном доме мы остались вдвоем. Юта хорош, нужно время. Ой, прости, проболталась. Спасибо, что выслушал, поговорил. Сейчас мне и поболтать-то не с кем. Грустно все это. Мама Юты вяло улыбается. Похоже, она пытается привыкнуть к жизни в сельской местности. Между вами заразилась слабая связь. О, о. Правильно, я сходила туда. Бля, не знаю, открою ли я все соцлинки на первом прохождении. Потому что они тут какие-то, блядь, сложные. Меня зовут Эри Минами. Рада познакомиться. Присматриваю за Ютой, пожалуйста. Ой, точно, его же забрать надо. Было приятно встретиться. Да, я пришел, ура. Че, у нас тусич с Нанока? Ясно. Tell me why you did it.
Блин, короче, статуэтку ангела, походу, надо у Юкика во дворце искать. Я, наверное, сделаю это вне стримов. Да как ты посмел, подлец? Я даже его не подписала. А теперь какой-то незнакомец все про него знает. Блин, ну и смысл теперь в анонимности? Я уже сгорела от стыда, могу и так признаться. Доволен? Ага, надо было, значит, тот вариант. Надо будет потом спросить, окей. Ладно, пойдем. О. Привет, Ю. Сегодня у нас тренировка, да? Где же Коу? А Коу нет. Может, у него важные дела? Блин, я устал. Давай закончим, а? Возле обувных шкафчиков. Обувь Коу все еще на месте, значит, домой он не уходил. Ты решил его поискать. Крыша старшей школы Ясагами. Ясно. Понятно. А вот и Коу. Привет. Тренировка уже закончилась? Пару часов назад. Ого, я тут давно. Забавно, на поле-то время еле тянется. Коу закрывает глаза. Я не знаю, нравится ли мне баскетбол. Дело не в семье. Я получил их благословение, делай, мол, что хочешь. Сперва запрещали, теперь разрешили. Забавно. Утром я забрасывал мяч и ничего не почувствовал. Ни веселья, ни скуки. Коу смотрит в небо. Я пришел сюда после занятий. А потом услышал, что начались тренировки. И я задумался, почему им всем так весело? Мне стало одиноко. О, птица! У птиц есть жизнь. Захотели, взлетели ввысь. А я как будто тону в океане. Тебе бы отдохнуть. Да, сейчас я ничего не изменю. Приятно порой расслабиться. Короче, не парься, на следующую тренировку я приду. Ты правда меня искал? Спасибо. Коу усмехается. Ваши с ним отношения стали крепче. Посижу-ка я здесь, пожалуй. Вечером родня собирается. Не хочу идти. Устал пыль в глаза пускать. Я бы побыла один. Прости. Да, да, окей. Так, папаши нету, пойдем в бар сходим. Можешь меня выслушать? У меня малютка по имени Акихика. И он ничего не ест. Даешь еду, он ни в какую. Может, все из-за моей ночной работы? Или он понял, что я не его мать? Эх, из-за этих волнений ночами не сплю. Что? Рыбка в аквариуме резко оживилась. Ой, что такое, Акихика? Я поняла, ему нужна божья коровка. Поделишься с моей малюткой? Ну, пожалуйста. Хлебные крошки он не ест. Акихика, моя единственная душина, на тебя вся надежда. Да, давай. Спасибо. Какой ты милый, решишь меня закадрить, валяй, я не против. Даже шучу я. Не принимай близко к сердцу. Вот, кушай, Акихика. Хозяйка бросает угощение в аквариум. Ого, во рту рыба что-то блеснула. Крючок? Ой-ой, Акихика, как тебе угораздило-то? Теперь ясно, чего малютке поплохело. Слава богу, все обошлось. Большое тебе спасибо. О, отлично. Хорошо, что Акихика поправился.
Смотри-ка, хлебные крошки. Прожи раз 20, потом глотай. Рыба не проявляет к еде никакого интереса. Да, совсем зажрался. Знала я такого же мужика. Нужны хлебные крошки? Могу отдать. Давай так, с тебя божья коробка, с меня хлебные крошки. Надо ж малютку кормить. Ладно. О! Но это хуже, чем то, что у нее есть. Блин, а это лучше. Сука, надо было сначала сюда сходить, а потом к мужику. Блин, такая же хрень. Ой. Взять, не взять. Или пока что все-таки не взять. Ладно, возьму. Да, я как обычно, блядь. Ничего нового. А что еще можно вечером делать? Можно пожрать, но зачем? Я могу дома позаниматься лучше, наверное, чем пожрать тут. Тут, наверное, никого. Да, тут только собаня. Так, выходной. Охайо. Доброе утро. Нанака чем-то обеспокоена. В школе мы выращиваем овощи. Учитель раздал саженцы, чтобы мы занимались ими и дома. Папа сказал, сажай где хочешь. Какое место выбрать? Похоже, Нанака хочет выращивать овощи. Возле дома есть пустое место, из него можно сделать огород. Принадлежит ли оно семье Доджима? Место возле дома? Оно наше, мы им не пользуемся. Хочешь там посадить? Отлично, мы открыли огород. Здесь, значит? Видимо, кто-то пытался благоустроить этот двор, кругом лежат инструменты. С ними огород выйдет на славу. Дача! Моя любимая дача! Дача! Ура, теперь можно выращивать овощи. Да-да-да. Блин, я так люблю видео, где собаки приезжают на дачу и бегают там под этот звук. Я когда на свою приеду когда-нибудь, также буду бегать. Блин, босиком по газону. Единственное, я, если вдруг все-таки приеду на родину к себе, я, наверное, охренею, потому что я привыкла, что здесь нет насекомых практически. А там, бля, маленькая Австралия, блин. Вырастут, как думаешь? Еще бы. Скорее бы. А давай табличку сделаем. По саженцу-то овощ не узнать. Вот я буду писать, что здесь растет. Я только за. Спасибо.
Самодельная табличка красуется рядом с садом. Да, она небольшая, но картину дополняет идеально. Поливка на мне. Буду тебе помогать. Хорошо. Вместе сажали, вместе и вырастим. Вырастим овощи, будем как Джунес. Поскорее бы. Пока овощи не выросли, не забывай их проверять. Ладно, а могу ли я что-то другое туда посадить? Можешь сажать семена, спустя время после посадки поспеет урожай. Так, когда овощи поспеют, либо же засохнут, над садовыми инструментами будет... Ага, иконка. Работа в огороде положительно сказывается на созревании овощей. Поработав за день до сбора урожая, можно увеличить его объем. Также огородничество неплохо развивает усердие. Так. А что у меня вообще, кстати, есть? У меня же были какие-то там... Вот. А что, зачем нужны хлебные крошки? А, наживка. Все, я понял. Ладно. Все купила. Буду растить. Я был бы тебе очень благодарен, если б ты дал его мне. Боже, ты просто даешь его мне? Премного благодарен. Мне надо как-нибудь отплатить тебе. А хочешь порыбачить? Берем твой крючок, и штаны превращаются вот в это. Теперь у тебя есть удочка. Ну, не смущайся так. А старая, а еще такой случай представился, поэтому я ее уступаю. Да и к тому же я хотел брать новую... Прими в качестве благодарности. Используй, как тебе угодно. Как рыбачить-то, ёптвою? Под водой плавают рыбы. Ну, попробуем. Никогда не рыбачила. Пасмурно. Кто же клюнет на этот раз? Так. Хлебные крошки. Давай коровку. Одна у меня есть. Когда рыба зацепится за крючок, поплавок начнет сильно качаться. Когда поплавок окажется под водой, нажми... Блять, а что из моих кнопок? Это вот кружок. Что, блять? Сука. Сильно качаться. После подсечки смотри на шкалу в нижней части экрана. Перемещай поплавок влево и вправо с помощью левого стика. Так, левый стик. Это вот этот. Когда иконка находится в голубой зоне, удерживай кнопку «Удерживать». Блин, если удерживать кнопку, я не успеваю. Из-за подсказок. Я аж подавилась. Я не успеваю ничего сделать, там подсказки идут. Ага, ладно.
Господи, как сложно. Ну, давай еще раз попробуем. Блин, я очень не люблю такие штуки. Ну, ладно. А вообще, зачем нужна рыбалка? Хотя, наверное, для квеста какого-нибудь что-то понадобится по-любому. Давай еще одну коровку. Блин, у меня глаза заслезились вовремя. Сука, не надо. Ну ладно. Когда-нибудь я научусь. Я, блин, в Animal Crossing не умела рыбу ловить. А там все раз в 10 легче. Блин, почему глаза заслезились? Я заплакала от того, что мне жалко рыбок, видимо. Я не знаю. Ну или от того, что в экран долго смотрела. Два варианта. Ставлю на первый. Слышал, у вас с Нанако свой огородик. Смотри, не оплошай. Как только появится возможность, я помогу. Ладно. Привет, это Йоски. Не хочешь завтра сгонять Телемир? Знаю, у тебя дела, но мало ли. Да надо, надо. Но это будет на следующем стриме. Сейчас я не хочу. Во-первых, я хочу сейчас закончить стрим, пойти пройти данж Юкика самостоятельно, чтобы найти статуэтку дебильную эту. Вот, а сейчас я почитаю книжку про рыбалку. Почитаю книжку про рыбалку и закончу на сегодня. Постараюсь в течение недели запустить еще раз стрим. Но опять же будет зависеть от того, что там на работе происходит. Потому что иногда я реально прихожу домой, и я вообще без сил. Это просто ужас. Еще я не играла в покемонов уже 3 дня. Кошмар. Привет, Ю. Похоже, к обеду дождь закончится. Прогнозы сказали, туман появится не сразу. Надо быть наготове. Верно, не подведи, лидер. Да, на работе просто бывает, что мозг взъебывают очень сильно. Очень много работы наваливается, прям до хера. Сидишь безвылазно, херачишь. Как бы сказать, на работе надо херачить, да? С одной стороны, но... С другой стороны, это напрягает. Чё там? Какой перерыв, поганцы? Где ваше достоинство? Почему прогуливают первогодки? Да потому что берут пример с вас. Ведь, к примеру, Канджи Тацуми, лентяй вообще в школу не ходит. Будь он в моем классе, пулей бы вылетел. Думаете, вас это не касается? Размечтались, я могу и вас выпереть. Запомните, будете бузатерить, добром это не кончится. Блять, впервые слышу это слово. Бузатерить. Так. Значит, что я сейчас буду делать, получается? А, да, надо спросить. Послушай, признание сработало. Даже не верится, я так рада. Хорошо, что я перепутала шкафчики. О, точно. Раз желание исполнилось, нужно помолиться в храме Тацухимы. С меня небольшое подношение. Я исполнил желание, написанное на Эмма. Количество пожертвований возросло. Нужно сообщить об этом Лисе. Так, мне нужно сейчас не это. Сейчас я собираюсь в Джунес. Бля, здесь отдача. Сука. Ладно, отдача не сегодня.
Мы идем в телемир. Человек, затевающий скандалы, ссоры. Ладно. Так, в общем, я вот здесь сохраняюсь сейчас. Вот. Стрим я заканчиваю. Наверное, ну сегодня, может, не поиграю, завтра, может быть. Как попасть в этот дворец? Да, во. Отлично, можно. Все, класс. Да, какое-то мега старое слово, оно так и звучит, как какое-то мега старое слово. Я не знаю, почему переводчики решили именно его сюда всунуть, это очень странно. Ладно, все, на сегодня я заканчиваю. Всем спасибо, что пришли, спасибо, что посидели. На следующем стриме будет... На следующем стриме будет... босс. Будет босс. Сразу, я думаю. Я сейчас побегаю потом завтра, сегодня у Юкика. Завтра, наверное. А потом будет босс. Всем спокойной ночи. Всех люблю, шаурму куплю. Пока-пока.